Волонтерское движение существовало всегда, но в период пандемии коронавируса их деятельность стала в разы более востребованной. Сегодня в зале администрации глава района Заур Хамирзов вручил волонтерам памятные медали президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», за вклад в работу регионального волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса в Республике Адыгея. В своем обращении к волонтерам Заур Хамирзов отметил, что несмотря на то, что это направление является новым для нас, оно очень нужное и, несомненно, важное. Очень непростое, новое дело, то, чем мы занимаемся, волонтерство. Поэтому пожелаю всем хочу здоровья, самое главное, удачи, благополучия. Еще раз всем спасибо большое. Грамотой и памятной медалью президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» награждается Гукетлева Марзета Газраевна. Награждается Кенчева Саида Муратовна. Памятной медалью и грамотой награждается Велитухов Амирбек Русланович. Тиунова Рагинат Рамазановна. Берзегова Аминат Рустемовна. Гумова Анжела Нурбиевна. От лица всего волонтерского движения района к присутствующим обратился заместитель главы района Руслан Ямыков. Невозможно объяснить либо переоценить вклад каждого волонтера в работу, которую проводил наш районный штаб. Эта работа проводилась на территории всей Российской Федерации. И самое главное, эта работа имеет важную, очень практическую пользу для людей, которые очень нуждались в этой помощи. Поэтому, с одной стороны, я хочу адресовать слова благодарности всем членам нашего штаба волонтеров, всем участникам волонтерского движения. На самом деле, как сказал Владимир, очень высокая эта награда. Всех волонтеров, но, наверное, самой большой наградой для каждого из нас является благодарность людей, которым волонтеры эту помощь оказывали. Призову всех продолжать это движение. Спасибо за бескорыстность, за благородство в этой работе. Удачи всем нам, успехов. И как бы это ни звучало, чтобы помощь наших волонтеров была востребована как можно меньше. Мы в свою очередь присоединяемся к поздравлениям. Натуся Кчмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.